Всем привет! Вчера вечером в App Store и Google Play состоялся официальный релиз игры Injustice 2 Mobile. И я, как фанат вселенной DC, ну никак не мог пройти мимо этой игры. И вот сегодня вместе с вами мы начнем проходить сюжетную часть игры. Погнали! Глава называется «Расколотый союз. Падение бога». И тут нас встречает заставка. Действие происходит на Криптоне. А это, походу, Супергёрл. В очередной раз Криптон разрушается. Терминаторы напали на Криптон. А, это Брэнник, по-моему. Да. Игра весит всего гигабайт. И тут такие заставки. Прикольно. Да, роботы как будто не смогли пробраться в трубу. Ну слушайте, графика в заставках великолепна, мне кажется. Получше некоторых компьютерных игр, наверное. Ну блин, это Брэнник ведь, правильно? Только что он забыл на Криптоне. Вот и нету городишки. Как можно не услышать сзади идущего терминатора? Мама, давай быстрее беги ко мне. Держись рядом. Субтитров нету. Город исчез. Все плохо, все дела. Да, Брэнник, это был Брэнник. Я был прав. Ну, в общем, я так понял, весь сюжет завязан на том, что Брэнник захватил Криптон. Сейчас она, наверное, пошлет ее на Землю. He's just a baby, which is why you'll need to protect him, teach him our ways. Игра переведена полностью на русский, но почему-то не сделали элементарные субтитры на заставке. Это очень странно. Please don't make me. I can't come with you, but you'll never be alone. You belong to the house of El, Kara, a house of hope. Never forget that. Never give up hope. Ну тут все стандартно, никогда не сдавайся. Я люблю тебя и так далее. Посадила ее в ту же капсулу, что ее кузена Каэла. Мама убьют.
А это еще кто? Вот это поворот, что за ребенок? Я не в курсе, кто это. Вот это завязочка, значит, кто-то будет, наверное, будет плохой, ну, это понятно. Она налево, он направо. Ну вот, наверное, вся завязка сюжета. Нас Супермена, наверное, судят в это время. Супермен был не исключением. The Joker drugged him, tricked him into killing his pregnant wife Lois, and made him trigger the bomb that nuked Metropolis. So when Superman killed the Joker, I understood why. We all did. But это Харви Дент, что ли? Was crossed, there was no going back. He gave himself and the Justice League a new mandate. Stop all crime before it happened. By any means necessary. But he couldn't see his good intentions were leading him down a path of tyranny and evil. That's how our greatest. Да, без субтитров, конечно, плохо. Our greatest threat. So one of Superman's pulling criminals out of Arkham. Batman. They're the worst of the worst. He's going to kill them, Damian. Sounds like justice to me. Killing people isn't justice. Superman can't see that. He's grieving. He needs time to heal. Yeah, and what if it had been Gotham? If Joker had killed me. Ну, я думаю, в следующем обновлении каком-то небольшом субтитры должны добавить по-любому. Ну как так? Вся игра переведена на русский. Все переведено на русский, а субтитров элементарных нет. Это бред. It's not responding. We're being taken to the Batcave. Prepare to eject. Что-то произошло с их бэт-самолетиком, и они выпрыгнули. Робина подбили. Ну, сейчас начнется махач, наверное. My friends were in Metropolis, Batman. Starfire, Beast Boy. Ну давай, что ты там, киборг? We do this. That never happens again. You're right to be angry, but it's not a blank check. And the justice. What the fuck, motherfucker? Давай. Слушайте, графика, по-моему, изменилась по сравнению с первой частью. Тут, конечно, не так все динамично, как в Marvel Битве Чемпионов. Я только начал играть, так что не надо хейтить меня в комментариях, что я криворукий и так далее. О, свертушечки. А сюжетку, я так понял, мы будем проходить за Бэтмена. И еще раз свертушечку. Я бы сказал, что эта игра, она не такая аркадная, как Marvel Битва Чемпионов. Там как-то все более динамично и управление более простое. Тут иначе. Ну, это плюс на самом деле. А графика, ну, намного лучше. Нравится игра, напомним, это оценить, потом мы это все сделаем. А, все, это был первый акт? Падение бога? Погнали дальше. Расколотый союз глава 1, так нельзя, называется следующий акт. Сейчас мы, наверное, будем играть за Робина. Нет? Или за двоих сразу? Незаметно всех раскидали там. Игра, конечно, дорабатывается. Видно какие-то лаги. Вчера вечером у меня она пару раз вылетала даже.
Я обожаю Бэтмена. Бэтмен крут. Но не зря ему дали сюжетную часть. So you won't kill, but you're fine with traumatic brain injuries. Secure the loading docks. Опа-на. Here to help, Bruce? С ноги дверь. You and Clark for making a terrible mistake. None of us wanted this, but the Joker forced our hand. Metropolis changed the world. Now we have to change with it. Not like this. Of all people, I thought. Нет, ну вы посмотрите на графику, это мобильная игра. Я не знаю, конечно, как на других устройствах графика. Я играю на iPhone 6. Может быть, тут, да, что-то получше из-за процессора. Я представляю, что там на iPad Pro. Я хочу с вертушки тебе дать, на. Опа. И с вертушечки тебе, опа. И заарканил ее. Кто? Кого он ищет, я не понимаю. Cell block C. You can't turn your back on him. He needs you. Кто-то находится в блоке C. That's why I came. Да вот мы прошли еще один акт. Я не знаю, как это называется, акт, не акт, какие-то подглавы. Следующая глава называется «Проблема с правдой и справедливостью». Я так понимаю, это как арки, наверное, расколотый союз. Похоже на Архам. Ну, наподобие. Док, куда мы идем, куда нас ведут? Объясни мне, что происходит. Кто там? Супермен? О, прокачанный Супермен. О, ну сейчас все, будет битва титанов. Типа за 2 минуты у меня заложит, да? Better than this, Clark. These inmates are irredeemable. They're thieves, rapists, murderers, like the Joker. Clark изменился в лице. That's the problem with fighting for truth and justice. The battle never ends. And executing them will end it. First Joker, now this. When does it stop? When there's no more crime. When people can live without fear. We want the same thing, Bruce. I wanted to kill my parents' murderer. I could have. But that's not the life they wanted for me. And it's not the life Lois would want for you. Don't you put that on me. Ну, Кларк тут вообще с катушек слетел конкретно. A red solar grenade. To dull your powers. You need to stop. Take time to grieve before it's too late. You wouldn't... You're supposed to be my friend, which is why I have to stop you. Я так понял, это какая-то граната, которая делает силы Супермена не такими клёвыми. Что-то у него не убавляется здоровье ни хрена.
Мне надо еще прокачиваться и прокачиваться в мастерстве владения этой игрой. Бэтмен все время говорит «I am a Batman». Смешно. Я хочу попробовать какой-нибудь другой прием. Как его? Почему мне накапливается? Мне не дают его, что ли? Или я слишком спешу? А у Супермена накопилось супер прием. О, нет! Вот мы и увидели супер прием Супермена. О, второй приемчик. Нет. Какой-то щит. Блин, он поставил блок, я не успел попробовать. А как накопить супер прием? Я тоже хочу тут. I'm Batman. У меня чуть-чуть здоровья осталось. О, первая какая-то загрузка. Смотрите, до этого было почти все без загрузок. Или эта игра повисла? Такое тоже может быть. А, нет, не повисло. Мы прошли еще один акт. Следующий называется «Разлад в семье». А сколько их всего? А, уже потом идет глава 2. То есть мы с вами сегодня пройдем первую главу. То есть это последний акт в главе. Что это у него? Веревка с криптонитом? Виктор Зас? Сериал Готэма все смотрят? 121. Huh. Sounds incorrigible to me. Robin, let him go. You'd rather fight your friends than the real problem. I'm warning you, son. Son? You didn't raise me. The League of Assassins did. Да. Problem solved. Робин еще тот сучонок. Who's next? Damn it, Damian! This is a line we do not cross. Then stay on your side, Batman. I'll be on Superman's. Давай, я тебе надаю по заднице. Погнали. Блин, ну графика, блин, меня впечатляет на самом деле графика. Я знаю, найдут среди вас, которые скажут, что фу, говно. Мне кажется, последнего персонажа для последнего акта в главе, ну что-то не того они взяли. Робин получается сильнее Супермена. Ну по ощущениям, он меня просто мочит. Блок я еще просто не успеваю. Блин, Робин сильнее Супермена, ну это бомбит просто, это нереально. У него удары сильнее, чем у меня. А вот и суперспособность. Давай, Бэтс. Подгорел, молясь, Робин. Чуть-чуть осталось у него. Сложный, сложный персонаж, конечно. Но все-таки он последний. Блок как-то, блин, через раз работает. Ну чуть-чуть осталось. Давай, давай. Нет, нет. Есть. Это было сложно. You coward. We are at war with these animals. You think you're better than him?
You let the Joker keep on killing. You couldn't save Lois. Понятно, старые песни о главном начинаются. Бэтмен плохой, Бэтмен всем позволил выйти на свободу, всем умереть. But the inmates. Not today. И Робин как сучка улетел за Суперменом. Робин — это сучка Супермена. Конец. Да? Ну, следующая глава скоро. Разрушенные союзные. И как скоро, интересно? Дали какие-то призы. Достижения. Наверное, за прохождение сюжетной части. Собственно, я думаю, на сегодня все. Я и дальше буду показывать вам эту игру. Например, вот кампанию. Я ее начал уже проходить. В общем, вот и все, что я вам хотел показать. Сюжетная часть, первая глава закончилась. Мы ее с вами всю прошли, посмотрели. Мне игра понравилась. Графика хорошая. Повторюсь, это же мобильная версия. По-моему, все отлично. Ну, за исключением вот субтитров, они что-то не добавили. А так, по-моему, высший класс. Отличное продолжение первой части. В первой части я играл очень давно и помню, там, ну, графика так себе была. Тут ее доработали. Боевая система. Ну, для меня сначала после Марвела сложновато, конечно. Там более аркадная. Здесь надо, конечно, продумывать все. Вовремя жать блок, который так иногда криво-косо работает. В принципе, все отлично. Я буду в нее играть и дальше. Пишите в комментариях ваши отзывы. Если вы в нее уже играли, тоже пишите ваши впечатления. И не забывайте, конечно же, подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать и репостить видео ВКонтакте. Всем пока и до новых встреч!